о смыслах нашего существования и о бренности этого мира. Но, наверное, все сводится к одному слову, и это слово – любовь. Любовь к прекрасным людям, которые сейчас сидят здесь, в книжном клубе 12. Для кого-то любовь – это заведение, которое столько лет работает, столько музыкантов здесь с любовью и теплотой дарят музыку каждый